Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И вновь мы с вами разговариваем о методике MMPI. Этой замечательной методике у меня посвящено очень-очень много видео. В основном она, конечно, была освещена в плане диалога, испытуемого с компьютером, но у нас есть и версия так называемая бланковая, то есть MMPI бланковый. В некоторых случаях, как правило, это в клинике происходит, человеку по каким-то причинам, больному человеку, не целесообразно давать методику на компьютере. То есть сажать его перед компьютером, он начинает отвечать на вопросы, читать их и отвечать верно, неверно, верно, неверно. В некоторых случаях целесообразно, когда у человека, ну, предположим, был у меня такой случай, бред преследования, и пациент говорил о том, что за мной наблюдают, за мной следят, в том числе и через компьютер, и, естественно, сажать такого пациента за компьютер чревато некими последствиями, неизвестно, как он себя поведет, какие результаты выдаст, не впадет ли опять в какое-то острое, подострое состояние. Одним словом, человеку дают бланк на 377 клеточек и ручку, в которой он начинает этот бланк заполнять. То есть ставить крестики, грубо говоря, ему предоставляется стимульный материал распечатанный. У нас это специальная книженция такая существует, брошюра. И, соответственно, он отвечает на вопросы этой методики. Затем, что делать психологу? Вот он имеет этот огромный лист на 377 утверждений, и ему надо все это дело обработать. Раньше это происходило следующим образом. Человек брал, вот у меня в частности, да, специалисты работают, брал ключ, это такой прозрачный лист на плотном полиэтилене, так скажем, накладывал этот лист, по каждой шкале их много было, да, то есть там лист прозрачный на шкалу лжи, шкалу достоверности, шкалу коррекции, шкалу 1, 2 и так далее. Соответственно, это занимало очень долгое время, обработка одной этой методики. То есть, как правило, это занимает порядка, ну, я не знаю, у быстрого специалиста минут 15-20, может быть, до получаса. То есть, это надо взять вот эти листочки, ключи, наложить на бланк ответов и посчитать, а сколько же крестиков там совпадает по шкале коррекции, или по шкале истерии, или по шкале депрессии и так далее. Это очень долго, мучительно, трудно, очень-очень такая неприятная ситуация. Я даже встречал такие случаи в некоторых клиниках, когда более-менее сохранные пациенты, не страдающие какими-то острыми заболеваниями, как-то шизофрения, МДП, им доверяли такую работу психологи, да, то есть приходил человек специальный, ему скучно, грустно, он там второй месяц уже лежит в отделении, допустим, да, там он сохранен, у него все в порядке, и, соответственно, ему дают говорит: Вася, давай, считай. И Вася с удовольствием там пьет чай, кофе с психологами, что-то им рассказывает, и одновременно с этим накладывает эти ключи, потому что если это отделение психологическое, то там может быть 3, 4, 5, 6, 7, 8 пациентов в день обследуется, и из них какая-то часть проходит MMPI. Если у человека какое-то острое состояние, был у меня такой случай, когда бред преследования, за человеком наблюдают, он говорит о том, что, значит, за мной шпионят, наблюдают через компьютер, в этом случае, конечно, нецелесообразно давать компьютерную версию в диалоге с компьютером. Соответственно, ему дают вот эту бланковую методику, повторюсь еще раз. Соответственно, долго и мучительно обрабатывать эти самые результаты через бланк, через ключи, накладывать их и так далее. В среднем это 15-20 минут занимает у психолога, чтобы посчитать результаты только по одной методике. Но мы решили эту проблему устранить для наших коллег, и, соответственно, она пользуется большой популярностью. Мы предлагаем эту методику, и специалисты ее берут. Соответственно, эта методика позволяет, вернее, эта автоматизированная методика позволяет автоматически обработать методику MMPI из бланка. Как это происходит? Давайте я вам сейчас это покажу. Соответственно, есть, допустим, номер карточки больного. Ну, пускай это будет, к примеру, 1, 2, 3, 4, 5, 6, номер карты. Фамилия пациента в клинике Иванов.
имя Иван, отчество Иванович. Такой вот у нас мужчина, не женщина, пускай это будет мужчина. Возраст его, образование, допустим, незаконченное высшее. И, соответственно, здесь можно написать СЦХ. Бред преследования. За мной наблюдают, говорит этот пациент. И, соответственно, психолог вынужден дать ему стимульный материал в виде методички, как это у нас реализовано, и бланк ответов, на котором пациент должен проставить варианты ответов, верно, неверно. Соответственно, получая такой бланк, специалист садится за компьютер, он провел обследование, пациент от него ушел, все нормально, все хорошо, он приступает к обработке результатов, запускает вот эту автоматизированную методику, бланковый вариант, заводит его вот эти персональные данные и нажимает ручной ввод результатов. Открывается поле заполнения и, соответственно, что делает специалист? Все очень просто. Соответственно, верно, неверно. 1 верно, 0 неверно. И мои сотрудницы буквально за 2 минуты набивают вот эти самые результаты методики MMPI. Выглядит это все следующим образом. Она смотрит на бланк, не смотрит на экран монитора и начинает выбирать. Ответ первый верно, неверно, верно, неверно. Двумя пальцами на цифровой раскладке клавиатуры специалист набивает ответы на утверждение методики MMPI. 377 утверждений. Занимает это реально, реально занимает это 2, максимум 3 минуты у специалиста. То есть девочка сидит, психологиня, и набивает, смотря на бланк, результаты обследования пациента. 1 верно, 0 неверно. В клинике очень часто приходится таким образом поступать. Это не накладывание ключей, это не 15, 20, а то и 30 минут. Это именно ускорение процессов работы специалиста. Что поделать, методика большая. Как мы помним, мини-мульт использовать нельзя ни в коем случае. Методика СМИЛ Людмилы Николаевны Собчик на 566 утверждений, она неприменима к психическим больным. Это норма, некая вот такая теория индивидуально-типологических свойств личности, сформулированная Людмилой Николаевной Собчик. И, в общем-то, в клинике правомочно использовать, да и в промышленной психологии правомочно использовать только MMPI Березина на 377. Вы закончили ввод результатов, можете проверить, исправить и нажать на кнопку «Обработка». Ну, в общем-то, специалист, поработав с этой методикой, вот с этой автоматизированной методикой буквально там 5 раз, он уже без проверки знает, он забил все точно. 1-0, 1-0, 2 минуты это занимает. Нажимаем кнопочку 0, соответственно, обрабатываем результаты. Все, результаты методики обработаны, поля все очищаются. Программа подсчитывает результат. Тормозит у меня компьютер. И нажимаем кнопочку «Выход». Выход. Все. Задача решена. Методика закрывается. Еще видео пишется, компьютер у меня не очень мощный. Загружен он по полной программе. Рабочий компьютер. Закрывается методика.
Ну, совсем тормозит сегодня что-то. Пишется видео. В реальной действительности так не происходит. Вот без записи видео быстренько все это закрывается. И давайте мы сейчас посмотрим с вами полученные результаты. Нет, компьютер совсем завис. Переходим в вкладочку «Индивидуальные результаты». Вот, то есть там, ладно, пускай тормозит все это дело. Мы получили результаты. Значит, по Иванову страшное дело. Одним словом, на ваших экранах только что прошедший мною тест MMPI, бланковая версия. Иванов Иван Иванович, 38 лет, мужской, незаконченное высшее, СЦХ. И, собственно, мы с вами получаем результаты по методике MMPI. Здесь они отображены в таблице по всем шкалам достоверности, основным шкалам, рассчитан индекс F-K. И, соответственно, мы с вами видим результат по каждой из шкал. Ну, тут действительно надо плакать. Восьмая шкала и так далее. Ну, вы видели, как я все это набирал. Соответственно, мы с вами видим результаты методики MMPI, бланковая версия. Мы быстро обработали методику MMPI. Что там происходит у нас с программой? Она, по-моему, до сих пор, ну, пишется видео, процессор полностью у компьютера загружен. Вот такие вот результаты мы можем с вами наблюдать по методике MMPI, бланковая версия. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.